minutes. Фактически они не будут бороться с терроризмом, они будут бороться с людьми вот такими недовольными, как мы, вот этой бойней. У меня там тоже ребенок погиб, вот там же, моей сестры маленький ребенок. До конца не поняли характер происшедшей трагедии. Все плачут, и я тоже плачу вместе с вами. Но одной слезой горю не поможешь. Нам надо думать над тем, как дальше быть, как жить. В честь этих